Всем привет! Меня зовут Кристиан Каскинин, и мы продолжаем наш мини-курс о профессии концепт-артиста в анимации. Глубоким, конечно, уважением и восхищением отношусь к американской школе, потому что, в принципе, это прародитель анимации вообще. Но этот прародитель породил большое количество всевозможных детей и направлений. Там, очень люблю европейскую анимацию, и в первую очередь это, конечно, французскую. И всегда для себя отмечаю и, скорее всего, даже вычленяю. То есть я могу сразу же определить по почерку, по стилю, по манере анимации гобеленовскую школу. Потому что она на самом деле абсолютно неповторима. И из года в год, когда смотришь эти дипломные работы или на фестивалях, то есть ты можешь не читать титры, не смотреть, кто режиссер, кто аниматор. Ты сразу понимаешь, о, скорее всего, это гобеленовская, из школы гобеленовской. И когда ты перепроверяешь, понимаешь, о, да, это та самая любимая стилистика. Они вообще молодцы, они большие экспериментаторы. То есть они ищут, искали, ищут и продолжают, и будут искать себя во всевозможных направлениях арта. И, естественно, это все отображается в анимации. И я считаю, что они нашли некий свой, не просто почерк, а определенный алгоритм анимации. Потому что настолько интересный синтез, скажем, японско-манговой анимации на основе классической, академической, диснеевской, плюс синтез своего собственного опыта и переживания, и вот породила вот такую удивительную школу, где порой просто поражает эта физика движения, эти сложнейшие алгоритмы, этот гротеск, этот юмор, эта динамика. Ну вот, скажу ж да, что я по-прежнему фанат, наверное, французской школы анимации. Я, по сути, на ней взрослен. Попал я в анимацию в середине 90-х. Мне было 19 лет. Придя на студию, я, честно говоря, думал, что это не совсем мой профиль. Мне не совсем понятна эта индустрия. Мне не совсем понятен этот мир художников. Я где-то с полгода перекантуюсь и буду искать себя дальше. Вот прошло больше 20 лет. Я по-прежнему в этой индустрии. Вот когда я пришел на студию, это была французско-украинская совместная студия «Борис Фен-Лютес». То есть никто не изобретал колесо, французы на самом деле абсолютно интегрировали всю систему производства и весь подход к анимации, потому что, опять-таки, студия занималась тем, что она реализовывала европейские проекты. То есть основная валовая масса — это была француза. Были проекты итальянские, были проекты там Британии, Ирландии. Достаточно, ну, то есть это все было такое представительство европейской культуры и анимации. И, естественно, автоматически, точнее, мы получили закалку европейской школы, европейского моделирования с точки зрения производства, рисования, подхода, отношения, системы, сроков, потому что очень часто проекты стояли впрямую под эфир. Можно отметить, что в какой-то год студия вышла на такие фантастические объемы, что, наверное, была одной из самых крупнейших в Европе по производству. То есть, если я не ошибаюсь, но был год, когда готового материала в месяц выдавалось больше 120 минут. То есть, в принципе, по меркам этого же абсолютно готового, там, собранного материала. По меркам не то что Европы, там, по мировым меркам, это колоссальные были объемы. Я пришел на студию, устроился прорисовщиком, сдал какие-то первые тесты, меня взяли на испытательный срок. А прорисовщик — это, в принципе, человек, это ассистент аниматора. То есть это человек, который приводит в финальную кондицию весь продукт анимационный. К примеру, этот аниматор закладывает очень сильные и мощные амплитуды. И, в принципе, в рамках, если посмотреть всю картину, то, допустим, это отчасти перегиб. И ты его немножко успокаиваешь в рисунках. То есть ты, когда преобразовываешь его рисунки, обрисовывая,
приводя, вгоняя, это называется, вгоняя в модель. Модель, то бишь, это персонаж, который развернут во всех поворотах. И ты из кадра в кадр, из сцены в сцену, из сюжета в сюжет удерживаешь одну и ту же массу, одни и те же портретные сходства, одну и ту же толщину линии. То есть это очень кропотливое и сложное искусство. И ты уже понимал, что, к примеру, работая с этим аниматором, желательно его немножко успокоить. А, допустим, с другим аниматором, где очень... Наоборот, недотянутая анимация. Сама по себе хороша, она абсолютно верна, она раскрывает действие, но не хватает каких-то амплитуд, не хватает какой-то энергии. То есть ты можешь усилить в рамках, не выходя за пределы анимации, но тем самым усиливая продукт самого аниматора. Также я освоил там отчасти фазовку, потом я заканчивал курсы анимации. Это тоже так, как минимум для широты взглядов и мировоззрения. Из какой-то точки французы меня назначили уже там по прошествии лет, назначили супервайзером лаутов. И я с еще тремя супервайзерами сделал порядка 4 или 5 крупных сериалов. И довелось поработать с разными французами. На память это Мадигар, мало того, что это талантливый аниматор, великолепный арт-директор, человек с такой очень удивительной харизмой, как все талантливые люди отчасти в каком-то, допустим, социальном или личном общении, может быть, это трудный был человек, но при этом нельзя не признать, что мало того, что талант, он многому нас научил и много чего дал, и вот поделился удивительным опытом и, в принципе, настроил это отношение к работе, к анимации, к труду. Поэтому, отследив большое количество и пропустив себя проекты, даже в которых я не в полной мере был задействован, но рассматривая те же иллюстрации, декорации, персонажи, сториборды, то есть оно в любом случае визуально где-то оседало. И оседало, становилось частью моего внутреннего опыта, как переживания. И я думаю, это в любом случае влияет на призму взгляда и, соответственно, проявление себя через уже вот тот багаж, носителем которого я являюсь. 5 лет назад обратились ко мне мои близкие друзья, это Ника Пантелеева и Миша Еремко, и предложили, что заходи на проект. В принципе, вот сформировалась маленькая студия, но есть очень серьезный потенциал. Есть желание делать серьезное кино, есть желание делать полный метр. И это не какой-то разовый бросовый проект, в котором вот поучаствовали и разбежались. Нет, что это будет студия достаточно фундаментальная, у нее большие перспективы, но вот заходи и будем строить. Я, в принципе, с радостью откликнулся, и вот уже придя на студию, познакомился с Егором Олесовым. И благодаря его желанию, его энергетике, его вере, собралась группа людей, которые уже на самом деле профессионалы. Каждый в своем каком-то определенном векторе. Есть желание, есть вот внутренняя сила, есть желание попробовать и реализовать себя. Были, конечно, в какой-то момент тени сомнения. Потому что, опять-таки, это какой-то Эльдорадо, абсолютно неисследованная земля. То есть мы все занимались анимацией, но в основной массе мы же занимались 2D-анимацией. А специфика 3D, то есть момент того, когда мы погрузились в нее, мы только тогда осознали, во что мы погрузились и что нам предстоит. Мало того, что узнаете, что еще при этом придется делать. Я, допустим, будучи на фестивале Annecy, обратил внимание, я понимаю, что на самом деле мы отчасти там белые вороны, потому что мы с недавних пор. То есть мы на анимационном таком мировом рынке, на какой-то достаточно длительный этап, вот как независимые студии, то есть как представители там государства, которые вот демонстрируют и проявляют себя, да? То есть не просто там студия, которая как подрядчик реализовывает чьи-то европейские проекты, а на самом деле делает свои проекты. То мы пока еще белые вороны, но к нам проявляют, естественно, судя по результатам работы, очень живейший интерес и абсолютно искренний. И проект «Мавка», я наглядно видел, что он вызывает на самом деле и восторг, и заинтересованность, и желание поучаствовать, соучаствовать.
Всем спасибо за внимание. На следующем занятии мы научимся размечать рабочее пространство и подготовим инструменты к работе. До встречи на следующей неделе.